Теплотрассы, подвалы многоквартирных домов, окрестности рынков и другие возможные места появления бездомных в зоне особого внимания полиции. Группа подбора приемника-распределителя совершает рейд по выявлению лиц без определенного места жительства. Смотри, здесь никого нет, ё-моё. Это вам кажется, что никого нет? Ну, люди-то здесь проживают, соседи проживают здесь, они жалуются. Здесь бардак устроен. Бездомных доставляют в приемник-распределитель для идентификации и проверки по спискам пропавших без вести и разыскиваемых за совершение преступлений. Все доставленные становятся на списочный учет. С наступлением осени действует так называемый «теплый дом» в рабочем поселке. Туда полицейские доставляют лиц-бомж, чтобы спасти их от заморозков. Работа с лицами-бомж усилена в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок», которое проводится 16 сентября. Ежедневно группа подбора приемника-распределителя Управления полиции города Петропавловска доставляет лиц, не имеющих определенного места жительства, в ночлежный дом в рабочем поселке. В случае выявления мест концентрации лиц, не имеющих определенного места жительства и документов, вы можете обратиться в дежурную часть приемника-распределителя Управления полиции города Петропавловска по телефону 52-92-99 или на оперативный канал 102. Всего с начала года сотрудники группы подбора доставили лиц-бомж для проверок свыше 1600 раз. Дмитрий Тимофеев при содействии пресс-службы областного департамента полиции.